Итак, мы продолжаем в нее играть. Что у нас тут вообще происходит? Ой, тихо. Пока не спешите. Укрушила, как обычно. Медиум. Почему я тебя медиум назвал? Чем ты вообще занимаешься? Навыки. Улучшенная сила. Просто медиум какой-то, ну, не то. Я не знаю, пусть по ним по. Ты заслужишь его. Кто чем занимается? Кислород, я насколько помню. А, это просто пока вы вскопали, это нормально. Пока радостные, все живые, все здоровы, не болеют. Ну, кстати... Да вы прокопайте, мы сейчас потихоньку начнем. Вот так сделаем. И вот так вот. И вот так вот. Она не намешать потом спать будет. Так, кстати, кислород же есть, да? Нормально все. Все чего. Тебе сделал. Зевой батончик. Съедобная подгнившая грязевая масса. Да. С одной стороны, лучше, чем смерть от голода. Мне как думается, что это как бы... И не, кстати, а какая-то же есть страна, там эти глиняные съедобные лепешки делают. То ли Индия. Они реально из грязи делают с водой, сушат их, потом кушают. Сколько на самом деле? Приоритет пока нормальный. Да, в принципе, тут. Ой, а. Думал, у нас мясо всего 563 калории. Нормально, оно сверху отображается. Неудобно. Римворлде, помню, ой, ёлки-палки, там что-то важное было, но мы, как обычно, все это пропустили. Научимся на ошибках. Электричество есть, на самом деле надо, а, ну он изучает, а чё он там, ты, вот, отлично. Исследование завершено, система. А, кстати, да. Вообще бы холодильник потихоньке. А мы растим штучку. Всё, ну... Да, и вон кулер для воды. Воду мы набираем. Да. А. Понял. I'm sorry. Это я сглупил сейчас. Отстойник еще бы какой-нибудь сделать, просто выкопная яма. А, сейчас. А, это кислород. Что-то как-то тут дыхательный газ как бы нормально еще. Приоритеты. Прибирайся. Вот нам бы еще одного, ну, блин. 1,8 цикла. Да. Стресса нет, все исследуется. О, увеличим время. А то не спусть. Как вот это вообще можно кушать? Это ж... На пищевом дереве. Ух ты, елки-палки. Живут личинки, они их. Как именуют?
микробами называл бы. Спят. Цветочный запах. Цветочный запах. Окей. А, вот. Ой, что он дает, интересно? Там, во-первых, микробов почему-то то ли. Чего вы не мой? О, точно. Душ, душ. Рукомойник я поставил хотя бы один. А, ну, сюда нормально. Еще один поставить. А, в любом, кстати, случае надо. Как это убого выглядит. Акс. Не прокачались. Описание колонии. Базовый комфорт. Ну, от базового к... О, вот, наконец-то. И вот интересно, никогда не взаимодействовал с этими штучками. У, что это? Почему 5 пальцев? Ого, сколько. Ты это прокопать не можешь. Гранит. Это клетка. Аккур 11. Ну, тогда смотри. Прокопай. Таким... Подожди, подожди, подожди. Мне самому надо понять, просто разобраться, как это все тут делается. Почему на свободном участке? Не см... Неважно. Просто прокопайте вот это вот потом. Подожди, да господи. Тут рабочей силы хватает, потому что никто не изучил еще. Копание нормально. Да блин, все равно вот это прокопать надо как-то. Проще так. Я не думаю, что там высокая прям должность нужна. Супер-мега крутого. Тебе будет отсюда крушило? Пока нормально. Все тоже увеличиваем. Еда есть. А, холодильник у нас нет. Все, я поставил. Приоритеты есть. Обычный приоритет вообще, чтобы нароком что-то выполняли плохо, а что-то хорошо. Как-то включить автосбор. О. Включить автосбор. Ну, как бы, зачем чтобы пропадало? Вдруг время, голод начнет. Ну что, они все хотя бы не руками трогают? Это такая гадость. Левый бутончик 5 килограммов. А. Хотя фиг знает, 5 килограммов или... 150 килограммов ящик нормально. Для провизии. Вот то, что обычные на 20 тонн. Для всякой всячи. Минимум штука. О! А, просто исследование завер... Ну, исследовался кулер... Вот, постройте его. Интересно, сколько он... Ну, в принципе, на самом деле... Куда не поставишь, везде место. Давай недалеко просто... Ну, здесь пусть. Потом этот ящик для еды уберем. А видно, рукомойник будет. Здесь лестница. Пока нужно. Углекислый газ всегда вниз должен падать. Почему тут дыхательный газ? Давайте вспомнить, как вообще работает. Тут нельзя прокопать просто так. Че, энергию закончить?
так все так они радужно медленно. Мастерская станция пока не нужна. Кислорода много, а не стоит. Просто подождем, надо все это ускорить по-быстрому. Точки моют. Кстати, да, надо еще же. Да, просто копайте. Согласен, полная фигня. К сожалению, такая еда. То есть получается, как минимум сначала с 4, но не, ну кухня здоровая должна быть, недостаточно выбрать кислорода. Мы тоже займемся, пока на самом деле он просто есть. Вот металл мы соберем. Я как обычно очень четко попадаю. Подожди, не, на самом деле я успею. А вот тут просто, ну, это все выкапывать придется. Так сделаем. О, опять твердая порода. Ой, кто-то опасался. Что? Кто напрудил? Приоритетное вытирание полов. Да пусть стандартно будет. Ой, крушила, что с тобой? Тебе даже стресса нет, тебе не нравится делать это или что такое? Че? Вот, ты готовка? Вот тебе шапочка. Ты у нас Марьяна. Рычье. И вот реально, ну, шапка наконец-то. Кто-то может покупать. Строительство, билдинг. Почему-то не переведено. В принципе, так понятно. Все. А... Только не это. Что такое? Я понимаю. Все, все, санине. Я выгребную яму еще не сделал, она походу вот тут будет. Уже какие-то ямы раньше времени. Не думал, что кусок требуется опустошить. Давай приоритет 6, потому что как-то гигиена все-таки, и вон жопу будет. Ну как бы шестерка, просто боевой дух. Ага. Кислород должен вверх идти. И газ. Потом эту штучку надо ставить. Как мы ее там если. Яйцо! Соберите, пожалуйста, его. Может что-нибудь пригодится, может выращивать будем. Животноводством я бы позанимался. Это нефтеинкубаторы придется, конечно, ставить. Опа. О, что-то новенькое. Выберите схему. Семя кислородника. Интересно, конечно. Просто семя кислородника. Ничего интересного. Посылка ржавчина. Джин. Наука лекарства. Ведь животных. Вот как раз. Творческий человек, художник от слова худо. Че не готовят? И руки макароны. О, вот этот пацифист, правда. А, животновод. Какие животноводы были популярны, конечно. Или просто какие-то прям известные. Давай ты будешь. Если не Джин, как Джеймс. Зон. Просто без разницы на самом деле. Так, все. А, подожди. Я только вот приоритет делаем. Тут животноводство исследует, это ладно, стандартное врачевание. Вот и самое лучшее. Я нормально. Остальных мы потом подредактируем. Ага.
Вот, просто что здесь? Может, это просто вытащить? Да пусть. А, вот кислород еще выделяется. Что? Я согласен. А, это вода вообще. Эти не пишут, просто загрязненная. Пробов нету. Ух ты. Зато слизи что-то там наверху полно. Блин, а вверх надо на самом деле. Ух ты. А можно... А, вот декор. Стол. А, он просто такой. Я уж думал, что там еда как-то такая супер крутая, пластиковая. Тени к нам не залетели. Все три там. Дохнёте? Не, пока на, пока при, подходит для дыхания. Простите, забыл кроватку сделать. Сейчас мы сделаем тебе койку. Я бы лучше еще приоритеты поставил на это. А смотреть. После знакомления с данными на компьютер мне удалось открыть несколько файлов. А, можно так? Снести. Почему снести? Можно это передвинуть как-то? Снестить. Вот это. Почему это убрать можно? Убрать. Так. Например, яйцо выбрать. Немский снимок. Погребенный артефакт, походу, чья-то рука. О, осмотреть. А, ну, короче. Может быть, это крафты какие-нибудь подметим. Где же лечишь? Просто декор такой прикольный. Во-первых, современный. Редко окна. Вот это не особо понимаю. Это хорошо. Так, тут ничего нет, но вот на Джеймс. Че бы попадай бы почаще. Ну, для начала. А, у тебя пока науку только мог. А где я с животными? Так, это хотя бы будешь исследовать поначалу, потом мы тебя переведем, тебе все равно все это будет. Так, к нам к спеху как раз все поисследовать быстро. Мы теперь должны холодильник, ту надо хранить. Так, пусть пока время достаточно быстро идет. С электроэнергией, конечно, перебои. Вот мне даже. Вот компьютерный стол, че бы не зарядить. Можно же, наверное. Вот энергия. А, серьезно, нельзя. Все-таки это просто как декорация. Это почти биосканирование. Минус 13 декора. По мне, наоборот, красивее дверь, чем вот эта вот решетка. Сколько она декора дает? Ноль. Нейтрально. А это они прям боятся, что ли? Некрасиво, не сочетается. С плиткой так. Хо-хо-хо-хо. Да, выгребная яма, точно. Блин.
Да, пусть это выгребная яма будет. Глянь. Прилетит девятку поставим. Раньше сделали, видите. Все четко. Что так далеко? Вот, кстати, да. Почему-то рядом никто не берет. Хотя вот койка. Мне было бы наоборот комфортнее недалеко от кого-то спать. Вот странно. Странно это дело. Опять это ничего не хотят опустошать. Вот сейчас все опять в говне будет. А, вот, быстрее надо водопроводку делать. Так. А, вода повернуть. Так вот. К полу помочи. Ой, кстати, да. Такую фигню, Дана, заберите, пожалуйста. Туда просто любую воду будем сливать. По идее, этого резервуара хватит. Блин. Так вот, все четко. Все жидкости. Просто всю жидкость, которую подметете. Вот сюда и куда. А, это на все. Что-то как-то вы неохотно это берете, кстати, кислород. Пропадется. Пока есть. Хватывает. Вот это выкопайте, пожалуйста. Давай, ладно. Что сильно поменяется. Исследование это все сделалось. Новая запись, кстати, вот. А, все-таки да, добавляется чертежи походу. Ну, наверное. Вот мебель, например. Тут пока не видно. И не станок. А, это что-то. Это второе. А что так много надо? А, просто на другой планете может поставить. Ящик для расти. Тоже тема надо ставить. Кстати, вот покупать что-то у вас. Это фигня. Компост. Вот. Не знаю. О, открыли все-таки. Теперь открыто будет все. Чудость будет интересно. Суперкомпьютер, ну, расходует ресурс в воду. Там тема охлаждения новая. Блин, не знаю, зачем это сносить. Просто если она же комната считается, что я хочу это. Так тут и что тут? А тут надо столы. У нас 5, да. Не, ну это, наверное, в еде. Столов нету. Не следуется. Туалет всем. Туалет что-то завален. Господи, да хватит тут ссать. Я не знаю. 6 прилетет. Перепить это все упирать, блин. Не мне, это вам надо убирать, так что. Че мне это? Я так понимаю, нормально все. Сейчас посмотрим. Ну это ты чистишь хорошо, конечно. Да не в холодильнике, а вот именно.
надо еще электроэнергию. Электроэнергию. У нас гейзер есть какие-то? Тут... Ой, какой я странный. Дикая счастливая. А, еще и хлор. Здоровье 16 циклов, скорее всего. Рост чешуи, еще пробитие должен. Температура 7, 40. Кстати, че по теплая, это какая? Вот это третья, запомнить надо. Ёлки-палки. О, вакуум вообще. Урановая руда, которая довольно-таки близко как-то. Пистя. Там чек, что-то как-то тепло. Кстати, везде прям это есть. Что-нибудь надо? Это что-то низкий уровень. Да, скоро будет пора эту штуку делать. Но... Че, циркуляция газа? Да. Да потом это все не забудь сделать. Периодически. Вот, столики для еды. Там холодильник, а там столики. Раз, два, четыре, пять. Это вы уберете пока. Временно. Временно дверь поставлю, там посмотрим на самом деле. Вакуум. Прикольно. И вверх. Вверх, вверх. Кислород. Тоже, кстати, тут тоже. Ну, пусть, наверное, по три в потолок будут. Хотя, может быть, тут производственный будет. 2-4 всякий пожарный. Я думаю, сохрани. А вдруг вода прорвется? И плохо, конечно. А, ну тут в принципе уже я наделал. Так, давай думать дальше. Пока время увеличим. Они потихоньку делают, о, что там можно сделать. А вот сейчас довольно-таки быстро прошло время. Я даже не посмотрел. Коля, мимо, рэп. Котирование лекарства. Творчество. Вот строительство и творчество. Врач пока не есть, в принципе. Котирование нам сейчас вообще рано. И семена. Семена Василиска можно выкапывать? Ну, не думаю, что они жесткие, мы тем более. Пока людей, наверное, побрать надо. Николя, да? Пусть таким и Николя останется, в принципе. Чё нам? Только вот, Николя, давай мы тебе... Вот, сразу с этим, с перком. Строителем. Девочки, у всех работа есть, приоритет только нет. Но у всех приоритеты расставлены. Так вот. А, ну это потому что так. Атака у Мария. А, компания. Перепутал. Путал не то. Вот, в принципе, можно еще. Вот, четко. Я ебарчил. Звук вертолета, на самом деле, вот этих светлячков таких импровизированных. Допустим, вот так будет. Так вот, вот так вот.
Что по большей части сначала очень-очень много строить надо будет. Я до этого прям не строительством занимался, а больше исследовательским. Я не доиграл, у меня сохранение чуть слетело. Это ладно. Сейчас мы вот это вот новое. Надеюсь, все будет четко. Там уже газики. Да, и вот здесь поставим этот. Прокопаем еще. Вот, только вот это не. Электричество что-то. Да, вот. Эй, ой. Откуда она протекает? Неужели отсюда? Нет, это будет плохо. Буду капать, да. К сожалению, придется вот так сделать. 39. Нам с водой потом тяжковато будет. А, ты что заболел? Ой, обморожение. Плохо. Где? Вода, я так понимаю, холодная достаточно. 22 градуса. Где был? Аля, блин. Что с этим заспаунился? Я не обратил внимания. Так. Жалко, на самом деле, чистую воду. Ладно, может быть, еще пригодится. В производстве что-нибудь. Чисто грязную воду куда-нибудь мутить. Почему это нельзя? Во-первых, еще вот это прокопайте. Чисто мне. Двойные лестницы, мне кажется, не. А, декор. Хотя зачем? Прилетит 9, господи. Заделай. Пожалуйста, кто-нибудь. У нас вода сильно вытекает. Желательно поберечь. Давай. Наконец. Повезло, что такая кнопочка есть. Кислород-то у вас есть? Вы сейчас, наверное, бегать будете. И не поспите, если... Все, лучше там... Ну чтобы у вас ночь прошла. Да можешь, а, строй. Я не, ой, я не хотел это взять. А если получу, я просто сломаю предметы просто. Ладно. Снести, снести. А, это еще. Тут реально для сноса определенную профессию. Эти холодильник. Даже если холодильник не сделали. Агроклетка. Холодильник.
Как он три. А, ну вот как раз у нас и кухня. Чай. Что-то это есть холодильник. Холодильник. Теперь шестеро надо пойдем. А есть ковш? Ковш. Декора никакого, к сожалению, да. Исследуется? Исследуется. Раз не висит красненькая. А, вот здесь... А может просто выращивать на этом этаже? О, луку. Как бы все равно этого сейчас сильно не будет. Я уже запутался. Преобразует воду в кислород и водород. Скорее всего, электричество еще надо. На электричество похоже. Просто надо еще циркулировать. А, еще энергию надо прокачать. Каким-то макаром. А, посмотреть потом в следующей серии. Да. Но пока так уже неплохо. Тут опять обоссался. Чё? Сейчас возьмем еще получается силы. О, водопроводчик там. О, радость-то какая. О, в этих пустили светлячков. Да, не с такими лампами довольствуйтесь. А, холодильник. У вас энергии не особо нет. На самом деле его питать. Его еще не прокачаем. Еще исследовать и исследовать. Да, в дальнейшем получается... Сделаем еще вот так вот. Покопируем их. Блин, вы, наверное, органику там храните. Думаю, здесь будет еще один. Чисто для всяких вот таких отходов. Агрессивная земля и все. Все, короче, ночь. Господи, все побросали. Мойте, главное, руки. Ну, это хоть какая-то гигиена, хоть найдите ручки помойте, я не знаю. Как-то жить надо, к сожалению. Ну, а все остальное мы увидим в следующих. Я там побольше буду записывать. Ну и как-то... В принципе, нормально разметил. Кислородом, да, поделать там. Вот там уже какие-то вон бобрыкос. Лучше я тут закончу. Всем спасибо.